Всем привет на канале Олаф Дачман. Сегодня мы с вами продолжаем тематику миграционной политики в Германии и вернемся к той теме, с которой, в принципе, и начал свои первые шаги наш политклуб на канале Олаф Дачман, к теме мигрантов из Туниса. Многие говорят, что забыли мигранты из Туниса в Германии, если в Тунисе нет ни войны, и политическая обстановка нормальная, и природные ресурсы, достатки и работы людям хватает. Но в основном бегут оттуда именно молодые люди. Много всего происходит, так по-немецки полицейские обозначают сотни операций, которые офицерам пришлось провести вокруг главного железнодорожного вокзала за последние 12 месяцев. Соборный город процветал, с точки зрения преступности, почти все подозреваемые прибыли из городского якорного центра, пункта первичного приема просителей убежища, а поскольку Регенсбург в основном принимает тунисских просителей убежища, полиция на вокзале зарегистрировала 109 преступников из этой страны, совершивших более 1000 преступлений только в 2023 году. Одно изображение запомнилось людям. Владелец рынка Едека в Регенсбурге разместил в Facebook изображение с камеры наблюдения, на котором видно, как двое тунисцев выходят из магазина с полностью загруженными сумками для покупок, не заплатив. Взять пачку сигарет в карман или засунуть бутылку шнапса под мышку, так сказать, классическая кража в магазине старой школы, вероятно, все еще было бы приемлемо в баварском Оберпфальц. Но эта наглая форма бесплатного шопинга всколыхнула умы людей. Сотни комментаторов возмутились просителями убежища, интерпретируя их поведение как демонстрацию полного безразличия и как позирование, как демонстрацию силы. Затем в январе 2024 года появились два обвинения в изнасиловании, которые тунисцы прикрепили на вокзале, позже они были опровергнуты. По сей день женщины сообщают о притеснениях, хватках и оскорблениях. В соборном городе происходило и происходит многое. Здесь проживают 170 тысяч жителей Регенсбурга и около 250 тунисцев, ищущих убежище, что соответствует примерно 0,15% населения. У нас в городе здесь проживает 250 тунисцев. Это не так и много по сравнению с тем количеством жителей, которыми располагает наш город. У нас 170 тысяч населения, и по сравнению с таким количеством населения, вот эти 250 человек, казалось бы, это капля в море. Но по полицейской статистике только за прошлый год этими гражданами было совершено свыше 1000 преступлений. Не всеми 250, нет, 109 человек. На них были заведены уголовные дела, административные дела, уголовные. Они совершили свыше 1000 преступлений. Естественно, все это совершалось, нападение на женщин, попытки изнасилования, продажи наркотиков на территории ЖД вокзала, в торговом центре Едека, где они уже набрались настолько наглости, что вышли из магазина, набрав себе полные сумки товара, так и не заплатив, и ушли. И, естественно, это видели камеры видеонаблюдения. Человек возмутился, хозяин этого магазина. И тут общественность поднялась на дыбы. И с тех пор у нас на вокзале, вот уже второй год, постоянно патрулирует полиция. Тех тунисцев, которые избивали своего жителя этого анкер-центра, у которого был нательный крестик на шее, их приговорили к тюремному заключению, там было 6 человек. Других же, многих тунисцев, в количестве 19 человек, у них подписана статья о депортации. И когда полицейские приехали в анкер-центр, отцепить его невозможно, потому что он и так находится за колючей проволокой, но на территории анкер-центра заехали полицейские машины, маленькие эти бусики, обычные машины. И когда началась проверка, многие тунисцы в панике начали бросаться из окон. Один выбросился со второго этажа, покалечил себе руки и ноги,
попал в больницу, хотя ему никакая статья о депортации не грозила, просто под шумок, под общую панику. Многих из них, которые не хотели вообще подчиняться сотрудникам правопорядка, пришлось успокоить при помощи наручников и лежачего положения на полу. 19 человек отправляют сейчас обратно в Тунис. Другие же люди пока остаются здесь. Никто не имеет ничего против того, чтобы эти люди интегрировались в жизнь Германии, интегрировались в социальную структуру, в социальную сферу страны. Но то, как они себя ведут, действительно не укладывается ни в какие рамки. Их количество очень мало по сравнению с населением города, я уже сказал в начале. Но преступления, совершенные и совершаемые этими выходцами из Туниса, просто зашкаливают по своей процентной ставке, если сравнивать эти преступления с, допустим, с теми же самыми административными или уголовными делами местного населения. Судите сами. Тех тунисцев, которые украли товар из магазина, когда задержала полиция, их, естественно, не выдворили, но на них опять завелось уголовное дело, хотя по сравнению с изнасилованием, продажей героина около вокзала, это, можно сказать, ничто. Их следователи спрашивали: вы вообще соображаете, что вы делаете? Вам же выдавали пособие, вы же могли спокойно зайти и купить, почему вы воровали? На что эти граждане из Туниса просто-напросто ответили: мы привыкли к тому, что у нас в Тунисе, если что-то нам понравилось, взяли, пошли. Они все равно себе купят новое, они все равно себе закажут что-то другое. Но если мы бедные, если нам так хочется, мы не ожидали такой реакции от людей о том, что нас могут сдать полиции за то, что мы взяли себе продукты питания из магазина. Вы знаете, вот моменты, когда кто-то украл пачку сигарет или маленькую бутылку алкоголя, там 200-граммовую там, чекушку, это, как говорят полицейские, классический пример того, как люди пытаются воровать в магазинах. Вот эти вот бездомные, безработные, вот эти вот нищие. Это классический вариант. Но когда заходит человек, набирает огромную сумку товара, того, что он хочет есть, того, что он хочет выпить, кстати, они алкоголь тоже хапали, и выходит с наглой мордой из этого магазина, то тут уже действительно нужно бить тревогу. У этого человека совершенно другой менталитет, у него совершенно другие понятия о жизни вокруг него. И этого человека, грубо говоря, нужно переучивать жить в правильном обществе. Если они у себя в Тунисе привыкли к тому, что они заходят в какую-то торговую лавку или на базаре, где-то что-то хапнут и уйдут, то здесь такого нет. Вот вам, например, парочка случаев. В Иерусалиме огромный базар, овощной базар, фруктовый базар. Там по сравнению с нашими здесь европейскими, тут пучок петрушки, вот действительно просто пучок, а там пучок петрушки, как огромный банный веник. И вот там столы, вот эти вот все прилавки ломятся от вот этого товара. Финики, гранаты, виноград, яблоки, груши, сливы, все что угодно. И стоят в перемешку между собой друзы, евреи, арабы, и каждый зазывает, каждый кричит. Так вот, когда ты проходишь там по этим рядам, ты можешь там грызнуть что-нибудь, там можешь съесть яблоко, там, и тебе никто ничего не скажет, ты попробовал. Там все равно это к вечеру, если что-то не продалось, оно выбрасывается, оно все портится. Здесь, если ты в магазине, к примеру, оторвал одну виноградинку или вишенку съел, ну, продавцы тебе ничего не скажут. Но когда ты взял яблоко и начал его вот так вот открыто есть, тебе, естественно, скажут: слышь, Барток, ты платить за это яблоко намерен или нет? И вот у этих восточных людей, африканских людей, совершенно другие понятия в плане того, что если товар лежит в магазине на прилавках в открытом доступе, это не значит, что его можно свободно брать, напихивать его себе в карманы, в сумки и с этим товаром выходить. Но как бы там ни было,
приговоренных к депортации отправляют уже обратно в Тунис. Хотя наш город, именно вот Бавария, специализируется на приеме граждан из Туниса. Опять же вопрос возникает к тем, кто принимает этих граждан. Если вы так ратуете за обиженных женщин и девочек, которые подвергаются дискриминации человеческих прав или женских прав, то почему вы не принимаете женщин и девочек, а принимаете тех, кто их обижает? Неважно, будь то Тунис или Афганистан. Вопрос, конечно, остается открытым, потому что наши политики на такой вопрос ответить не смогут. Но среди тех людей, которые действительно хотят интегрироваться в жизнь страны, есть очень много молодых людей, которые уже прекрасно разговаривают на немецком языке, но, к сожалению, не могут работать. Почему? Потому что правительство не дает разрешения им на работу. Вот они живут в этом анкер-центре, вот они ходят, получают свое пособие, там на бицаль-карту, там наличными чуть-чуть получают, и гуляют целыми днями по городу, шатаются. От безделья, от нечего делать, они идут в этот шиша-бар, курят гашиш, покупают себе наркотики, пытаются друг с другом драться на вокзальной площади. Им нечем заняться. Хотя среди других мигрантов есть даже дети маленькие, которые приехали сюда со своими папами и мамами, с семьями. И вот те мигранты страдают точно так же от, скажем так, от безделья. Они ищут себе хотя бы черную работу, чтобы начать работать. Многие действительно хотят работать. Но благодаря нашему правительству, этим людям, увы, пока работать не дано. Хотя их дети посещают и детские сады, и ходят в школы. Многие политики, ведущие, заявляют это тем фактом, что, мол, раз дети малые посещают садики и ходят в школы, то они уже смогут более лучше и легче интегрироваться в жизнь Германии, чем их родители. И эти дети смогут уже пустить корни здесь, в Германии. Но если родители действительно хотят работать, то почему бы не дать им такую возможность? Чтобы потом вот этих вот людей не смешивать с теми тунеядцами и дармоедами, которые действительно работать не хотят. Это просто вот поражаешься тому, как у нас люди, иногда вот политики, ведущие, относятся к вот этой миграционной политике, которую они сами же создали в целях, скажем так, помощи гуманитарной беженцам из каких-то стран или мигрантам из каких-то стран. И поражаешься всему тому, что происходит вокруг, когда они с удовольствием принимают мигрантов, но не дают им права работать. Странно, вот так вот такая ситуация получается. Но как бы то ни было, мы живем рядом с этими людьми, многих из них, скажем так, не приемлет социальное общество, потому что они устраивают различные криминальные деликты, устраивают различные потасовки, драки, поножовщины, пытаются, все еще пытаются продавать наркотики. Но благодаря полиции на вокзале с этого года, уже с января этого года, стало намного спокойнее и намного чище, потому что до декабря прошлого года на вокзале вот собиралась именно вся вот эта вот толпа этих тунеядцев и наркодельцов из Туниса, которые только своим присутствием пугали людей. Они открыто продавали наркотики, они устраивали поножовщины, они занимались мелким воровством, ну и, конечно, бомбили этот магазин, пока наконец-то люди не поднялись против вот этих вот властей, и власти вынуждены были направить на привокзальную площадь усиленные наряды полиции и конной полиции. Конная полиция, кстати, приехала к нам из Нюрнберга, и они были прикомандированными. Сейчас их встретишь редко, но до конца 2023 года и до начала весны они там патрулировали постоянно. На выходных они были там, как говорится, полицай презенс,
постоянно на виду, чтобы в первую очередь дать понять тем криминальным элементам, которые пытаются заниматься своей вот этой гадкой деятельностью, что в любом случае их деятельность будет пресечена. Вот такие вот у нас на сегодня с вами были новости. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и, конечно же, не забывайте почаще заходить к нам на канал, потому что у нас всегда есть что-то интересное и полезное для всех. Да, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий. Всем удачи, пока!